даже, наверное, смешным, что люди такие, все с высшим образованием, все с очень хорошими работами, все на хороших должностях, непонятно почему, лезут в лес, где комары, где мусор, где валяются листья, выкапывают оттуда бутылки. Иногда эти бутылки просто находятся под большим слоем листвы, и мы их собираем. Казалось бы, зачем мы это делаем? Но если это мы не будем делать мы, то это не будет делать никто, потому что сюда не доедут государственные службы. Мне лично не убрать тихоокеанское пятно, но я хотя бы могу помочь здесь. И поэтому я вижу мою зону гражданской ответственности здесь. Вы в 6 лет приехали? Да, я приехала, 4 моих ребенка.